Всем привет! Сегодня вам буду показывать свой заказ из каталога 4. Он, в принципе, небольшой, но здесь есть очень всем необходимые продукты. И первый продукт – это, конечно, wellness. Это витамины для поддержания своего здоровья. Я, в принципе, уже давно их пропиваю. Да? Кто еще не видел мою историю об этих витаминах, можете также посмотреть ее в отдельно в моем видео, здесь будет где-то подсказка, сможете посмотреть по ней, посмотреть, что же это за витамины такие. И второе, это новинка, пребиотический напиток, который у нас вышел в этом каталоге, вот он. Я уже его заказала и успела попробовать. Вчера уже его, скажем так, протестировала. Итак, что же это за такой волшебный напиток? Это у нас напиток с пищевыми волокнами. Да, ну клетчатка, думаю, более понятно всем. Это то, что мы можем получить с применением этого продукта. Значит, здесь вот такой вот порошочек внутри, который мы можем добавлять либо в еду, там, допустим, в супчик, еще куда-то. Вот, либо же отдельно с водичкой применять его, разбавлять с водой и есть. Ну, я вчера ела суп наш wellness и добавила ложку, чайную ложечку вот такого порошка в этот суп и получила, получается, вот дополнительные вот эти вот пищевые волокна. Значит, что же делают эти пищевые волокна? Они повышают иммунитет, они также улучшают состояние нашего пищеварения. Значит, у меня вообще по жизни проблемы есть с желудком. Ну, сильно углубляться не буду, но думаю, гастриты и все, что туда прилагается, с этим знаком очень многие, думаю, с этим знакомы. И я проходила лечение довольно долго. И, кстати, могу вам сказать, что с применением wellness мое состояние намного улучшилось. Я последние, наверное, года полтора уже не прохожу никакое лечение, хотя до этого у меня были, ну, скажем так, серьезные проблемы с этим. И поэтому, когда я увидела вот этот напиток, я сразу поняла, что это мне вот очень должно тоже, ну, как бы помочь, да, и для поддержания своего здоровья именно желудочно-кишечного тракта. Поэтому, если у кого-то есть проблемы, задумайтесь тоже над покупкой этого продукта, потому что он помогает в нормализации вашей микрофлоры и также лучше воспринимать и усваивать ваши витамины, да, которые вы там потребляете. И это могут быть обычные фрукты и овощи, да, и ваша еда. То есть вы можете это все есть, но организм не воспринимает и плохо усваивает эти продукты. Поэтому вот этот вот напиток очень поможет вам для того, чтобы нормализовать пищеварение, и ваша усвояемость всех витаминов была намного лучше. Вот, поэтому вот у кого есть проблемы с желудком, желудочно-кишечным трактом, задумайтесь над покупкой этого продукта. Тем более вы все знаете, что от того, как работает ваш желудочно-кишечный тракт, зависит и ваш иммунитет. Поэтому чем лучше он работает и усваивает все продукты, тем лучше, конечно же, ваш иммунитет. А сейчас с нашей ситуацией во всем мире, да, все знают про эту ситуацию, не буду про нее лишний раз говорить. Наш иммунитет очень нужно поддерживать. Поэтому у меня вот эти два продукта сейчас очень актуальны. Я плюс еще дополнительно принимаю омегу, потому что здесь всего две капсулы. И, в принципе, я решила пропить еще дополнительно две капсулы в день. Ну, в общем-то, пытаюсь поддержать свой организм как могу, но вот эти два считаю, что продукты даже без дополнительных каких-то еще витаминов вполне абсолютно каждому нужны, и
Это действительно поможет улучшить ваш иммунитет. Вот, так что обратите на них внимание. И действительно, вот как нельзя кстати, вышел этот продукт в этом каталоге. Прям не знаю, как так получилось, но действительно это то, что сейчас нужно. Вот. Более подробную информацию, конечно же, можете ознакомиться в интернете, почитать. Также могу сказать, что здесь, значит, рассчитана эта упаковочка на 30 порций. Это значит, грубо говоря, здесь 30 чайных ложек, вот, которые вы можете добавлять либо в воду и выпивать, либо какую-то жидкую еду. Вот. Также здесь есть логотип веган. Веган, у меня тут брошюрка лежит. Это наши логотипы, без ГМО, без глютена, никаких красителей не содержит. И вот есть такой веганский логотип. Это значит, что нет здесь ингредиентов животного происхождения. Вот, поэтому абсолютно веганский продукт, скажем так. Дальше. Ну, это то, что именно касательно здоровья, да, то, что я себе заказываю и рекомендую всем остальным. И, конечно, кроме этого, я всегда заказываю себе что-то еще интересненькое, то, что мне нравится, то, что для души, не только для здоровья. И в этом каталоге я решила заказать себе вот такие вот заколочки милашные. Я думаю, что они мне помогут. Как всегда, все запечатано, просто так не откроешь. Тут есть вот такие вот дырочки, да, за которые можно потянуть и открыть нашу упаковочку. И здесь внутри вложены вот такие две заколочки. Классные, розовые. Вот так выглядят. Кстати, еще какая-то вот такая штука у них есть. Ну, не знаю, для чего это. Подскажите мне, для чего вот это вот? Кто знает, как это использовать? Потому что я что-то не совсем понимаю, зачем это. Ну, для чего-то же оно сделано. Действительно. Серьезно, я не знаю, для чего это. Вот так понимаю. Вот так я себе взяла волосы, заколола там. Так, как оно держит у меня? Не знаю даже. Для чего вот эта штука? Короче, заказала заколки и не знаю, как и с ими. Ну, вторая такая же. Как с ними, как их использовать, да? Как с ними собирать волосы и вообще как с ними работать. Ну, вот так вот оно, конечно, нормально все закалывает, держит. А вот эта штука, не знаю для чего. Ну, не для прикола же она сделана, для чего-то же она сделана. В общем, кто знает, подскажите мне, напишите. Может, кто там парикмахер, у вас такие штучки, наверное, всем знакомы. Для чего эта штука, не знаю. Подскажите мне, потому что я что-то не разобралась. Вот. Я еще в каталоге заметила, что они какие-то странные формы какой-то. Но почему-то я не обратила на это внимания. Как-то думала, что так надо. Ну, ладно. Надо почитать информацию. Вот. Второе. Заказала себе карандаши для губ. Вот таких 3 карандашика заказала. Один уже из них протестировала сегодня. И сейчас поделюсь с вами. Значит, здесь в каталоге у нас представлены эти карандашики. Вот они. Очень большая палитра цветов. Но, к сожалению, того цвета, который мне нужен, по-моему, здесь нет. В общем, я заказала себе коричневый цвет. Он здесь указан как карамельный.
И как-то я ожидала, что он будет потемнее. И, в общем, я расстроилась, он мне не понравился, потому что он для меня какой-то сильно светлый. Также заказала еще два цвета. Это какой я заказала сейчас? Это этот самый, господи, роза. Роза пыльная. И получается еще один оттенок. Это, по-моему, нюд. Да, и нюд. В общем, пыльная роза и нюд. Вот эти два оттенка. И карамель. И карамель. Давайте посмотрим. Ну, начну с карамели, потому что уже за нее заговорила. Сам карандаш мягкий достаточно. И не знаю, насколько это хорошо. Честно говоря, я люблю карандаши немножечко потверже. Чуть-чуть. Этот прям совсем мягкий. Вот я один раз его использовала. Он очень хорошо получается, ну, намазывается и съедается сразу. Значит, он какой-то вот прям светлый. Как для меня... Вот сам карандаш и вот цвет. Ну, на губах он у меня выглядит немножко с рыжеватым оттенком таким, какой-то рыжий. И мне хотелось его потемнее, явно потемнее, потому что сейчас у меня карандаш еще со старой версии, и он темнее. Вот он именно темно-коричневый такой идет. Этот слишком светлый. Здесь есть шоколадный, но в каталоге он указан такой прям, ну, вообще очень темный. Я думаю, что он прям для темных помад, потому что здесь и темная помада такая, конкретно темная, и шоколадный прям совсем очень темный. А вот что-то между вот этой карамелькой и вот этим темным шоколадом мне бы очень хотелось. Ну, наверное, в этой серии его нет. Я все-таки попробую заказать еще шоколадный. Может, он не настолько темный, как в каталоге, конечно, нарисован. Но вот этой покупкой я расстроена. Я такие оттенки, ну, не знаю, не ношу в основном. То есть у меня были покупки таких карандашей, они у меня в основном валяются. Я там именно 1-2 раза попользуюсь, они у меня лежат. Не особо я их использую. Давайте посмотрим розовые, потому что розовые я... ношу, и, в принципе, вот этот пыльная роза мне понравился оттенок. Сейчас будем смотреть оттенок 311-47. Это нюд. Нюд. Вот такой нюд. Оттеночек. Ну, такой конкретно розовый оттенок. Я... В принципе, такой тон ношу, но не сильно часто. У меня есть такие карандашики. Еще тоже с прошлой версии они очень похожи на этот. Но я люблю, наверное, еще немножечко темнее. Не ярче, а вот именно темнее. Более приглушенные цвета. Сейчас посмотрим. Мне кажется, вот эта пыльная роза должна быть очень даже красивым, красивым цветом. Так, мы посмотрим сейчас пыльную розу. Ой, пыльная роза прям так красится, прям она какая-то, кажется мне, более жирная, чем другие. Пыльная роза, ну, в принципе, да, красивая, но у нас каким-то фиолетовым подтоном идет. Не знаю, тут может не сильно видно, но... Она немножко с каким-то фиолетовым отливом. Надо пробовать на губах. Вот, ну, такие три карандаша купила, не знаю. Пока что карамельный мне не очень. Нюд вполне красивый, хороший цвет. Ну, опять же, он именно такой розовый нюд. Знаете, то есть он не под бежевые оттенки, он именно под... розы, под розовые оттенки. А вот карамельный вот этот подойдет под бежевые оттенки светлые. Ну, вот именно те, кто любит светлый коричневый наносить с какими-то, может быть, светлыми помадами бежевыми. Я люблю наносить именно контур достаточно темный. Ну, во всяком случае, он должен быть темнее, чем помада. Это вот лично мои предпочтения. Я не люблю, когда помада сливается с контуром.
Поэтому я всегда наношу более темный контур и беру достаточно светлую помаду по сравнению с этим контуром. Поэтому, ну вот как-то эта коллекция оттенков пока что мне не настолько нравится, как, допустим, была прошлая коллекция. Ну, пока так. Ну, посмотрим. Надо, может быть, опять же привыкнуть. Новые оттенки, новые тона. Когда привыкаешь к каким-то уже своим цветам, то достаточно тяжело их менять на какие-то другие. Вот. Но компания, тем не менее, все равно делает какие-то замены постоянно. Поэтому приходится подстраиваться. По качеству карандаши неплохие. Ну, не знаю, как они будут там растираться. Вот так вот тру, смотрите. Тру. Ну, смотрите, стойкость, в принципе, неплохая. Немножко они. Совсем немножко. И то, я думаю, что если чуть-чуть подождать, то они достаточно хорошо зафиксируются. Вот такие вот карандаши для губ. И смотрите, что у меня еще есть из того, что заказала. Просто сейчас будет вау-эффект. Ой. Что это? Это новые карандаши для глаз. Я заказала абсолютно все оттенки. Сейчас их смотреть не будем. И я сделаю отдельный ролик на эту тему. Покажу вам свотчи этих оттенков. Но карандашки очень мне нравятся. Столько классных цветов. И я сегодня протестировала уже на мне карандаш черный из новой серии. Как он наносится, мне понравилось. Ну, за день посмотрю, как он будет еще использоваться в плане того, как он будет размазываться, может, где-то, не знаю. Посмотрим. Но как наносить его, мне очень понравилось. Очень классный карандаш. Поэтому посмотрим с вами все оттеночки. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы посмотреть все 8 карандашиков из новой коллекции. Вот они у нас представлены в каталоге. Вот. И все эти оттеночки есть у меня. Сможем с вами посмотреть. Карандашики сейчас по бомба скидке просто. Поэтому, ну, кому нужен карандаш, берите. Здесь, если берете 2, то... Два карандаша получается очень-очень выгодно взять, всего лишь по 53 гривны за карандаш один выходит, если берете 2. Ну, это мега дешево реально, можно взять и несколько, и про запас, как говорится, вот, поэтому я не постеснялась и взяла прям все 8 оттенков. Ну, класс, супер оттенки, мне карандашки нравятся. Посмотрим, как по качеству, посмотрим, какие цвета, вот, и... сможете себе тоже подобрать. Вот. Ну и последнее, что заказала, это, конечно же, набор каталогов. Это, ой, каталогов, господи, набор пробников. Вот они. Пробничек Novage. Получается дневной крем. Помадка для губ. Какая-то Джордани, честно говоря, не помню какая. Светлый оттенок. Тоже похож на пыльную розу, кстати. Может быть, это она и есть. И новая туалетная водичка Joyce Jade. Вот, кстати, из новых туалетных водичек я попробовала по пробникам, опять же. Мне понравилась вот эта вот классная водичка. У нас что-то похожее было в компании с грушей, не помню, как называется. Ой, ну такая классная туалетная вода была, она мне так нравилась, ее сняли с продаж. Такой красивый флакончик был, тоже похож на вот такой цвет, и там внутри чей цветочек, чей груша была нарисована, ну короче, что было нарисовано. И такой классный свежий летний аромат был, и вот этот голубой очень похож на тот аромат, поэтому я, наверное, себе его закажу. Вот, а вот этот мне... Розе, или как его назвать, роуз, мне не понравился вообще, причем он такой для меня вонючий показался. Прям я пробник намазала и на ручку подождала, думала, ну может как-то там через полчаса она мне понравится. Нет, мне не понравилось,
Абсолютно. Ну, это лично мое мнение. Опять же, на аромат у всех по-своему. Вот этот, в принципе, ничего. Вот этот. Ну, опять же, он не выглядит как дорогой аромат. Не выглядит, а на запах. Он не слышится, да, как... Он такой легкий, ну, в общем, легкий, недорогой ароматик, но приятненький. В принципе, на лето, на вот теплую погодку будет, я думаю, ничего. И вот этот вот зеленый фруктовый, это тот, который сейчас мне пришел. Еще, кстати, не нюхала его. Мне кажется, мне он... Ну, так аромат тяжело, понятно, конечно, наносить. Ну, это тоже более такой свежий аромат. Посмотрим. Вот, в пятом каталоге он будет. Ну, и, конечно же, сюда еще шел пятый каталог. Вот он, классненький. Здесь тоже много всего интересненького. Вот последняя страничка с классными помадами. И праймером для губ по большим скидкам. Вот. Но, кроме этого, я еще получила свой подарок. И подарок я получила просто бомба. Спасибо огромное компании Oriflame за то, что делает такие акции для тех, кто работает в компании и дает такие супер бонусы, скажем так, дополнительные за работу. Так вот, у нас была акция, по которой можно было получить там разные абсолютно наборы. Этих наборов было порядка, по-моему, 10 штук. От какой-то продукции не сильно, скажем так, дорогой, но тем не менее там подарок минимум на 500 гривен был в любом случае, а то и больше, до телефона. Можно было получить телефон, тоже классный. И тут уже кому как повезет. Вот в прошлом каком-то ролике я вам показывала, что я получила набор достаточно неплохой, это серия Giordani. Вот, достаточно много там продуктов было классных, и я была им очень довольна. А в этот раз я получила продукты, которые я очень хотела, вот прям реально из всех наборов. Мне даже, наверное, телефон не так хотелось, как мне хотелось именно этот набор. И вот моя коробочка вторая, и здесь у меня набор. Как вы думаете, что здесь? Здесь у меня набор Novage. Мне пришел набор Novage. И это то, что я очень хотела, потому что это серия 30+. И я себе заказала как раз крем под глаза. Попробовала его зимой. И так как мне было уже 30 лет, то, конечно, я хотела поменять свою серию. У меня заканчивается серия 25+. И как раз я хотела себе приобретать вот этот набор. Поэтому я очень хотела его в подарок. Думаю, ну если есть такая возможность, почему нет? И вот он мне пришел. Здесь 4 продукта. Дневной крем, ночной крем, крем под глаза и сыворотка. Вот такой набор. Плюс сюда еще в комплексный уход входит гель-тоник. Но гель-тоник у меня есть, поэтому, в принципе, это не проблема добавить его сюда. Так что огромное спасибо компании, и этот набор у нас от Ирины Яременко. Огромное спасибо нашим топ-лидерам компании Oriflame. Вот, так что, если хотите получать такие супер-бомба подарки, в дополнение, кроме того, что вы там работаете и получаете свою стабильную зарплату, то, конечно же, можете регистрироваться по ссылке ниже в описании. Всегда есть ссылки, где вы можете зарегистрироваться либо просто для получения дисконта, иметь скидку и получать клиентские подарки, да, которые у нас есть чисто для тех, кто покупает для себя, скажем так. Ну, а если вы хотите чего-то большего, у вас больше амбиций, то, конечно, вы можете работать онлайн, в интернете и зарабатывать вместе с компанией деньги и получать супер подарки. Вот. Сейчас у нас акция идет вот такая вот. Можно получить вот такой чемодан. Ну, чемоданы сейчас стоят недешево, скажу вам. Совсем как бы вот такой чемоданчик может стоить в районе 1500, 2 и выше. В зависимости от, ну, скажем, его
качеств, да, насколько он качественный, насколько он, из каких он материалов сделан. Ну, минимум ему цена 1500, это самое минимальное. А так, я думаю, что компания Oriflame достаточно качественные чемоданы. У меня уже не один чемодан от компании есть. И я думаю, что ну, им цена 2-2,5. Вот, за то качество, которое приходит. И также, кроме этого, вот такие вот дополнительные еще всякие наборчики, сумочки, косметички, аксессуарчики. В общем, на любой вкус. Вот такая классная акция. Ну и, конечно же, как всегда, акции для новичков у нас есть. Если вы регистрируетесь, делаете хорошие заказы, то компания вам дает бонусную программу, по которой вы можете приобретать супер наборы по минимальной цене, скажем так, ну, можно считать как в подарок. Вот, начиная от туалетных вод и заканчивая продукцией Wellness, которая у нас стоит достаточно дорого в компании. Вот, поэтому, если есть желание зарегистрироваться либо на дисконт, либо на работу, то, конечно же, в описании под этим видео всегда есть ссылочки, вы можете пройти и зарегистрироваться. И я с вами обязательно свяжусь, как только получу информацию о том, что вы состоите в моей команде. Вот, все, всем хорошего настроения, всем здоровья, пока-пока. И, конечно же, ждите мой новый выпуск, подписывайтесь, потому что буду показывать цвета новых карандашиков. Все, всем пока-пока.